всем привет! Мы сегодня на выставке. Выставка кошек клуба Астра. Вот там, не знаю, видно название, нет. Это наши девочки, наш питомник. Мы сегодня участвуем с девочкой Кристиной Черепашкой, девочкой Жемчужинкой Перла Негра и девочкой Эмбер. Она спит, показывает только попу. Вчера мы тут заняли 3-е место. Вот, хотим показать нашу палатку, то есть у всех палатки разные на выставке, такие разномастные, их можно купить готовые. Мы заказывали под заказ, у нас фирма Мурамур, мы просили, чтобы у нас были вот здесь такие карманчики, чтобы впереди они не открывались. Вот здесь, например, это сравнение, можно, допустим, открыть, и был случай, что украли котенка, поэтому мы просили, чтобы у нас не открывались. Здесь такие можно шторки делать, чтобы застегнуть, например, чтобы закрыть. Вот, например, как вот здесь, чтобы были закрыты палатки. Вот. Здесь у нас есть для наград. Здесь для номера. Здесь реклама самого питомника. Сверху тут тоже что-то лежит. У нас тут визитки наши лежат. И у нас скатерть отдельно. Вот фирма, которую производит, мы ее очень рекомендуем. Вот, а сзади у нас тут есть небольшой секретик. У нас тут есть Гарри Поттер и тайная комната. Вуаля! Туалет. То есть, чтобы кошечки могли в него сходить. Вот, допустим, лежит кошечка, у нее открыта дверь, и она может сходить в туалетик. Когда, допустим, мы хотим, чтобы кошечки друг с другом не контактировали, мы просто закрываем дверку, и вот у нас все закрыта комната, и можем открыть этим девочкам. Вот, очень удобная туалетная комната. Иногда мы убираем, когда они там сходили, они используют ее как дополнительное место, чтобы спрятаться. Вот, очень удобная вещь. Это наш обзор наших палаток. Вот наша Энди. Ну что, он наш красавец. Очень красивая кошечка. Все спят. Вот, да. Кошки наши. Вот. И эти наши девочки тоже спят. Вот. Привет. 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 Все. Всем хорошего дня.